Алло, Кирилл. Ну ладно, как хочешь. Алло, ты тут? Так, алло, ты тут? Кирилл. Понятно. Наверное, не тут. Так, ну всем привет. Это понятно, что всем привет. О. Ебой туду. Ебой туду. Так, ко мне залетели на стрим. Пишите комменты, если играешь в Fortnite, то напиши свой ник Fortnite, и я тебя добавлю. Если PlayStation, зайдешь к нам в тусовку. Все, изи. На 100 подписчиков я буду разыгрывать вебаксы. Может и не 13 тысяч, но приличную сумму, так что имейте в виду. МК, Кирилл, МК. А, нет, это не МК, жаль. Но я такие штуки не беру, пехотные тоже не беру. Ну, самозарядная. Вообще должна быть все пехотная, но почему-то ее называют самозарядная. А вот у него сейчас МК. Странно, но... Странно. Ам-ням-ням. Ну ладно, у меня нету дальнобойных. Дальнобойных оружий, так что пусть это будет. А, понятно, тут челик. Ну, не тут, а верломки. Но вообще, Кирилл, ты должен разговаривать, не тяжело так, когда ты не говоришь. Как будто не мой. Ну, так он не мой. Блин, я помпу не мог достать, господи. И по точке ни разу не ударил. Ну, докатились до такой жизни. Ну, по-другому нельзя объяснить, так что вероломная воронка. Идем. Да, блин. Говорю, идем в вероломную воронку. Эй. Господи. Вот когда челик не разговаривает, это значит минус скатка. Ну что? Я, по-моему, он меня вообще заглушил. Ну, после тех звуков, которые я сейчас издал. Мне кажется, он точно заглушил. Вероломная воронка. Вероломная воронка. Вероломная, вероломная. Разница ноль. Только разница в том, то, что сейчас я он выживет, а я умру. Понимаешь? Ой, ём! Ёп! ПРСТ. И КЛМН. ОПРСТ. УФХЧ. Вообще. А, нет, я первее. Точнее, я выжил, а он нет. Мы не все выживают, братан. Блядь, ебали меня звонить, сука. Отключу домашнее, и никто нахуй не позвонит.
Ёбаная печенька, блядь, пришла и мне в хорошо дала. Гандон, блядь. А я не понимаю, где у меня челик бегает. А, я уже понял, где. А, нет, это не тот бегает. Если мне кто-то позвонит, блядь, я сброшу. Ну нахуй. Вот эта печенька ёбаная меня убила. Так, а как я вылезу на двоих? Я что, даун? Или дебил? А меня сзади мне могут кажется, атаковать? первое и второе. Не, ну дебил, ну, может, согласен, но я не даун. Чтобы лезть на двоих. Где разлом, у меня нету выбора использовать. Но они со мной улетят и полетят. Ё, мне повезло. Блять, кефиры хотя бы завали. Какого кефира он мне надавал? Я 25 брони выпил, и он мне всю снес. Кефир. Угу. А, ну вон он у меня уже ждет. Приятненько. Он готов тебе хэдшот дать. А чё так много народу? Хелло, мадафака. Чувак, это кефир, блядь. Он что не делает? Тупо убегает. Я сойду. Да? Хелло, мадафака. Да бейся. Да бейся. Мне броня нужна, говнюк. А, ну пистолет тоже не помешает. Теперь, теперь можно улететь. Конечно, не от них улететь, а на них улететь. У меня просто там тактика галактика. Чувак. Да какой сзади меч? Меч. Да не, мы не в меч играем, ты дебил. Блять, там синее что-то сияло. Сияло. А сейчас не сияет. Значит, не меч. Да ё-моё. Ну, паркурись от бога просто. А, их двое там? Ой, опять. Опять их... покакали. Не люблю. Ненавижу. Дома, да пока. А как он знал, где я? И еще один челик сейчас такой. Здравствуйте, мы компания Арифлейм. Мы должны вас убить. Вот! Ух! Его убили, прикинь! Прикинь, мне повезло. Ёп! Баретта это знак плохой. Да чё? Плохой. Понимаешь, если сделаешь один килл, то все придут. Все. Весь сервер. Так вот, вот. Вот сейчас эта тактика работает. Весь сервер пришел. Зачем я разлом вообще использовал? Мог спокойно их обойти, да и убить. Как сейчас это сделал. Ну нет, блин, я использовал разлом. А, ну я боюсь. Ну, печеньку убили. Это уже хорошо. Так, а какая не моя? Печенька, вот моя? Печенька был с гитарой от рок-принцессы. Ну, блин, но она выходила ровно 3 сезона... 4 сезона назад. Что ты хочешь? В кавычках она выходила в феврале. Нет, когда первый раз, вот с первого сезона, когда второй сезон прошел, и она появилась, вот в третьем сезоне она и появилась еще раз. А вот сейчас еще она появилась. Очень... Кстати, а ты знал, что... А ты знал, какой самый первый фиолетовый танец? Мне кажется, каждый человек знает. Ёбана мать. Возьми ПП там. Да какая ПП, медигл? Ты Дигл понимаешь? Уже не ломает стенки с первого раза. Ну, 156 в голову, не знаю, кто откажется. Ну, может, ты. О, тем более на ППшке нет патронов. Я дебил. Так, вот это надо сломать. Ты еще сливчика купил? Ой, ёп! Да чё? Да, чувак. Да, чувак. Беги нахуй. Он, у него просто хэ. Хэйграунд. У меня просто резв нету, я так бы я тебя убил. Говнюк. Подожди, я не увижу, я не вижу, кто это. Говно сидит. А, так это дружок этого. Кто это убил первого? Я знаю. Так что мне жопа. Кушай грибочек слева. По-моему, сейчас надавал, если бы знал, где он. Видишь, он строится. Это первый признак, то, что он не кефир.
Я его опасаюсь. Нет, я его не опасаюсь, но просто у меня ресов... А, прикинь, стенку поставил, я не кефир, да? Не, я просто не понимаю... Я просто не понимаю, зачем я использую разлом и почему у меня так мало ресов. Потому что ты... Да ё-моё, да где ты сидишь? У меня уже 100 ресов, даже не 110. Hello, мадафака. Подсел? Сколько у него хп? Ты видел, сколько я ему надавал? Нихуя у них под... у него патронов. Стоп, вот я сейчас стрим завел, сейчас почитаю. Ладно, с помпы не сдал. Чё? Я ему 166 сдал, и броню всю снес, он не сдох. Я ему 166 надавал, он не сдох. 100 чертовых 66. То есть... Чё? Ты видел, сколько у него патронов было? Мне посрать на патроны. Но сколько у него хп было, вот этого мне не посрать. Я ему сколько надавал, он не сдох. Ты видел? О, это кто? Это кто? Это твой друг? Твой друг? Ну, значит, исключай. И не мой, значит, исключай. Я не могу исключить. Как это понять, не можешь исключить? Смотри, сейчас я тебя исключил или его? Его. Значит, и закрой группу. И включи не боя отрядов. Я, короче, настолько безбоязненный, что я сегодня пойду против отрядов играть. Бой на мечах? Ну ладно, давай попробуем. Да. Бой сделаем, аудификацию попробуем друг другу что-то подарить. Нет, я не помню пароль и логин, я никак не сделал. Как бы это сделать? А ты чё, только сегодня узнал, что я счастливчика купил? Нет, это еще давно. Ты только сейчас узнал, что я счастливчика купил? Нет. Ты серьезно? Ты только сейчас узнал, что я купил счастливчика, да? Я вчера еще. Алло. Алло. Алло! Что? Ты только сейчас узнал, что счастливчика купил? Нет, блядь! Ты просто молчал, я думал, ты вышел из тусовки. Я сказал, я говорю, блядь, и серьезно. У меня просто наушники отключены сейчас были. Офигеть. Я тебя поздравляю. Чё ты начал матом ругаться, ты чё? Ну я просто, знаешь, ты не сделал. Из-за этого у меня... Ты матов 40 уже сказал. Если не меньше. Ой, если не больше. А, ну то есть мы в разных домах. Понятно. Да. Зашибись. Зашибись. А, ну, у меня P90. Несколько. У меня пока что P90. Ну ты понимаешь, да, то, что тут же только фиолетовые и золотые пушки, да? Надеюсь, ты этого понимаешь. Я испугался, блин. Я думал, там человек стоит, выжидает меня. Чего? Блин. Мне из сундука выплыл меч бесконечности. А дай по 90. Стоп. Фу. Ё. У меня там еще помпа есть. Погнали за мной.
Пах! Я везунчик. Вон тут P90. Видишь, там еще и разлом. Давай. Я тебя буду защищать. Меня никто не победит. Мне баночки мне не нужны. К сожалению, я монстр, которому мне не нужны баночки. О. 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 Пипец, мне повезло. Я не знал то, что может выпустить сундука. А сюда вообще кто-нибудь прыгнул? Вопросик. Ты, чувак, всем капец. Теперь-то точно. Ой, сори, что ломаю. Все, погнали. Да, как тут ты... есть челики, но почему-то я их не видел. А, вон челик. На доме. 32-65 дал. Да мне пофигу, я сейчас его разрушу. 34 дал. Я ему дом сейчас разрушу. Разрушаю, я буду его разрушать. У меня тоже такой вопрос. Куда он делся? У меня тоже такой вопрос. Чё, он тебя может крызить? Зассал. Нет, у меня не фризит, но он зассал. Челик! Ай, он мне много дал. Он мне много дал. Дофига дал. А почему один патрон в него не попал? Чего? В него ни один патрон не попал. Чувак, я Они меня сейчас убьют! Да меня сейчас убьют, да вы издеваетесь! Кирилл! Вон, кто я? Зачем ты пошел на них? У меня вопрос. Я не пошел на них, они меня кинули под эту морозную штуку. Я полетел в прямом смысле этого слова. Кто музыку слушает? Я что? Мешает? Не-не-не. Нет, точнее, я музыку не слушаю, я это... Я в Монграле смотрю смешные моменты. У меня сегодня, короче, прикинь, сильный ветер, и мы сегодня идем в школу. А, понятно. Знаешь, что спасает? Что один урок отменили. Повезло хоть часа. Я все равно сегодня не иду в школу. И целый день буду играть. Что кражу можно но я болею, типа. 3 недели болею. Самокрутой. Не буду объяснять технологию в деталях. Пипец, мне повезло, да? Но суть в том, что добиться успеха можно, только если ты уверен, что товарищи надежны, но понятно. Ты этого понимаешь, да? Еду, пока слушай, это я тебе говорил, что у меня, короче, друг будет сегодня подарить что-то за 800 баксов. Все украденные продукты в большую куртку и в сопровождении. Это я тебе говорил, что сегодня мне чувак за 800 баксов что-то даст. Я был в шоке, да. А мое чувство безопасности моментально исчезло, когда я увидел, как все трое друзей убегают от меня, сломя голову. Я хочу съесть эскимо. Вот он мне охота. Я сделал я на их месте, но, скорее всего, я бы остался, потому что все еще верю в коллективную ответственность. Я стоял перед охранником, расстегивая куртку и чувствуя, что все смотрят на меня. Я готов был под землю провалиться от стыда. Охранник привел меня в свой кабинет и спросил, почему я украл еду? Может, у меня не было денег, или я голоден? Внезапно я осознал, что магазины и кражи — это совсем не круто, и с меня хватит экстрима. Вместо Мы в бой на мечах играем? Расплакался. Да. Все, под сенью катку, и либо идем против отрядов, либо я соло против отрядов. Или ты, или мы против отрядов. Просто, не на мечах. Потому что я понимаю, тут крутое оружие. Ну, мечи тут все портят. Просто я думаю, это как, знаешь, как бы, типа, футбольный праздник. Понимаешь, да? А, чувак, знаешь, чем мне нравился Дикий Запад? Ну? В торговую точку никто не прилетал. Почему? Я всегда прилетал туда. В Диком Западе, в торговую точку... никто не прилетал никогда, прикинь. Прикинь, бы сейчас такое выпадает тебе меч бесконечности. Сори, я сейчас тебе помешаю выпить баночку. Мудак. Да блять.
Ну, у тебя тут калаш. Хватит ругаться матом. Или я выйду из группы. Ой, я не тому сказал. Это не тебе было. Тут Юс, будешь брать? Ты просто мне этот... Не, у меня по 90. Мне тут помешали и... Ну, патроны хотя бы возьми. Тихо, стой. Тихо. Иди сюда. Давай, иди сюда. Сейчас, стой. Йо. Пошли. Это ты что сделал? К нам челик идет быстрее. Ой, бегу. Быстрее возьми к этому по 90 патроны и все норм. Все, бежим на него. Или на ты них. Ты не поймешь, где он? Прикинь, да. Да, он не тут. А где тогда? Понимаю, можно на крышу забраться, но его на крыше тоже нет. Опа, челик. Ё-моё! А, один белый, что бро! Там? Они вдвоем белые были. Короче, они белые. Ну, один уже с броней. Надавал! Где? Я очень много надавал, можно убить с одного выстрела. Я не могу вылезти. Я уже на них. А ты где? Ё! Да я застрял там. Они снизу, да? Вот один кирпичом строится. Один не белый, Другие белые. Челику 46 дал. Один ранен. Окей. Один понял. Тоже ранен. Одного убей! Одного! Одного! Блять! Да раз! Тебе было одного надо было убить, ты бы меня спас. Вот говно! Я двоих убил, ну, брат, ну, за что? Я не знаю. Черт, говно. Ну, зачем они добивают, когда можно дофайтиться и можно убить их двоих и заработать еще плюс брони? Ну, зачем? А что делать мне теперь? Теперь либо ливаешь, либо что-то делаешь. Я не могу тебе подсказать. Черт. Черт. Что делать? Блин. Ну можешь ливнуть. Просто я сейчас либо против отрядов, либо с тобой. Ну против обычных, а не как мы сейчас играем. У меня сейчас идея есть. Ну. Сейчас. Ливнуть из катки. Хорошая идея. Идея хорошая, ливнуть из катки. Не знаю, что мне идея. Сейчас. Так что мой совет, если у вас я нет соседей, проблем, пойду. Можете поделиться им с ребятами. Каким соседям пойдешь? Пожалуйста, ставьте лайки и делитесь историей, если она вам... Алан. Зачем ты к соседям пойдешь? Нет, я имею в виду в колки. Я к соседям не буду. На, ну он сейчас тебе и забьет, в прямом смысле этого слова. Я Стас, и сегодня я хочу рассказать о карме. Воу. Карма – непредсказуемая штука. Все мы о ней слышали, но редко получаем доказательства, что хорошая от нее двойной обратный удар. И хочу рассказать вам, как было дело. Здравствуйте, мы компания Aliplay. Не очень богатая семья. Сейчас мы сдохнем. Одиночка с тремя детьми. Ну, спальня. Она всегда работала день и ночь. Он еще и белый. С дробовика по спальне, знаешь что. Чтобы хорошечно. А теперь ливай. Так что я вздохнул с облегчением, когда мне исполнилось 16. Я буквально на работу, которую мог совмещать с учебой. Беги на шариках, он не достанет тебя! На шариках беги! Да, конечно, ты чё? Конечно. Ну что, пацаны, они не могут. О, у тебя фул. А, у тебя фул еще? Повезло. Да. Ну что, пацаны, они мои нахуй. Ну-ка, идем, блядь, сюда, блядь. Иди сюда, туда. Мама. Вот он, челик! Мы компания Aliplay. И хотим вам предъявить угол. Давай! Улетай! Ну, бей его! Блять, лучше бы я взял, лучше бы я взял свои. А, понял.
Затем стал помогать на кухне. Ну, и, наконец, достиг святого места заказа. Мне надо в тусу пригласить человека одного. На пиццу. Я думаю, что даже если бы меня... Потому он... Если ты помнишь, Букати-младший, он очень хорошо играет, смешно, так что... Моя работа требовала... Так что ты понимаешь, да, что делать? Было соответствовать ожиданиям. Нет. Ну, понятно. Левать из группы! Мне нужно было еще немного потренироваться. Что, Катя? К сожалению, все пошло кувырком. Одна девушка из нашей смены... Давай, присоединяйся и выходим из тусы. А наша менеджер не нашла замены. Как подсоединяйся и выходим из тусы. Городу вдруг срочно понадобилась пицца. Из тусы. Ребята на кухне были очень заняты, и им не нужен был новичок, поэтому меня поставили принимать заказы и брать плату. У кассы собралась длинная очередь. Я сильно нервничал, боясь совершить ошибку. И поэтому работал очень медленно. Голда, можешь включить? А тут еще и телефон начал да, конечно. В полном отчаянии я поднял трубку. Букати младший, чё надо? Чё, будем играть в обычные отряды? Давай, погнали. Всё, погнали. Всё, пойдёмте. Это теперь мой любимый скин. Я к нему привязался, боже. Мой вот этот любимый, я его в избранный уже поставил. Потому что он щитом красного рыцаря и синим щитом этим, он подходит вообще жестко. Ну, у тебя нет красного щита. Да. Поскорее бы он у меня был. И знаешь, такая слезинка потекла. Дори. Учителей. Свой ветер. Букать. Нас пускают в школу. Букать. Батя. Шо? Я вчера нашел Build Battle карту. Очень крутая. И? Ну я просто говорю. Понимаешь, да? Копотом играть полиция дубиков. Ой, полиция скиллов. А, давайте. Давайте. Куда прыгаем? Водичка, телки. Парк. Сюда. Понятно. Так куда прыгаем? Полярный. Жалко, что сегодня уже футболистов нет. Самое главное, их они целых два дня были. Это вообще пипец как я много. Пацаны, я хочу аутентификацию. Не матерись. У меня видео вообще включено. А, Букати. Букати. Меня забанить могут. Букати. Помнишь, ты что-то хотел из магазина хотя? Да. Сегодня мне друг. Друг что-то за 8. Давай я ему скину, чтобы тебе купил эскимо, как ты хотел вчера. Шо? Он про эскимо. Говорит, может тебе друг подарит эскимо. Его или чего это там. Ну да, вот его. Мой. Ой, о, помпа! Тактики помпа. Нормально. А, помпа и эмка, да? Да, и синяя эмка. О, помпа синяя. Пацаны, я в одном. Пацаны, я в одном уголку нашел лут для целой. Хотите прикол? Хотите прикол? Ну, какой же? Я слабый джойстик. Что? Чего? Я слабый джойстик. Че такое? Как это понять, ты сломал? Он сломал джойстик. Охрененно просто, когда на меня все зажимают, наезд просто. То есть ты сломал джойстик и не мог двигаться? Нет, у меня крестик. Ой, не крестик, а квадрат. Ну, квадрат только для перезарядки. У тебя есть эмка или что-нибудь? Конечно, синяя эмка и зеленый тактик. Ты о чем? У меня коллапс. У меня там где трон, там Челик, где трон. Голден. Голден. Что? Алло. Алло. Да Голден, я тут. Смотри. Да подожди, тут челики, алло, гараж. Чё зыришь-то? Я тебе помпу скинул. И тут убежал. У меня помпа есть. А, да? Прикинь.
Чувак, там хилит своего. Он... Да как он может хилиться? У него же челька нет. Он убегает. Кто? Откуда? Да откуда, ёп! Сверху. Сверху серединки маленькой дырки. Сверху серединки в маленькой дырке. Он застрял. Голден, открой, я к тебе заползу. Открыть. Тук-тук. Кто в теремочке живет? Дяденька страшный. Я мышка на ножка. Страшный дяденька. А ты ж тетенька. Блять. Я пол сменил, понимаешь, да? Все такую штуку. Круто. Круто. Почему я не редачил? Где ты тут? Я его уронил. А-а-а. Ой! Я чуть не босс. Эй, братишка, ты где? Кто там упал? А, он был. Нет! О-оу. Old fuck you, bro! Вон он, ломает. Найс, 136 дал, найс. Просто захиляйся. Уии! Четыре килла, бро, what the fuck? Там еще один череп. Чего? Бинты возьми, захиляй, не знаю, я тебя прикрою. У меня ресов дофига. Бать, ты следишь за мной? Да, ты видел, как я красиво их всех убил? 164 дал. Все, пацаны, извините, такая была херня. Блин, там патроны, мне их надо взять. На что, говори. На ПП. Мне на ПП их дофига. Все, спасибо. Погнали отсюда или тут останемся? Ты чё, тут останемся? Ну просто риск выходить. Просто типа у меня броня нулевая. А нет, риск был. Я строюсь, не боюсь. Не боюсь. Опа! Я урон никакой не дал! Что это такое? А их двое? Не жопа. Если их двое. Это точно. Ни хрена себе у тебя. А чё ты хотел от 4 кило? Ещё один сверху. Это один и тот же челик. Как лето, блин. Гипер. Уу. Кирилл, посмотри на карту. Я понял. Да. Голден. Что, мне жопа. Еще... У меня джампик есть. Зона идет. У меня джампик есть. Знаете, чего у меня нету? ХП. Прикольная вещь. А, кстати, Голден, ты долетишь, если будешь лететь только вот до сюда, вот. Если я выживу. Понимаешь? Ну, МДФК? Ну, у меня мало ХП, чё вы хотели от меня? А у него 2 кило, чёртова! Он ещё и танцует, вот пидорёс. Случалось оказаться в эпицентре очень страшных событий. Именно это произошло со мной и моими друзьями, когда мы отправились в лес. Пацаны, ну как я сыгрался? Как сыграл? Произношу это слово. Лес. Нормально. Кирилл, что это вдруг? Как его день? Праздновать его день рождения без взрослых. Чего? Мы не испытывали нигде или вокруг костра друг? И болтали. Который, уже совсем стемнело, когда мой друг предложил развлечься и пощекотать нервы но страшными историями. Он, главное, сможет начал или рассказывать не сможет? О компании вот друзей, которые отправились в лес ночью. Я, короче, знаете, раз надо мной издеваются, то и я буду над ними. Вот это эмоции.
Ты что, пересказываешь? Будут мучиться. Ведьмы из Блэр? Да ладно, мы все это смотрели. Мы подняли его на смех, потому что у него совершенно не получилось нас напугать. И на этом мы решили закончить со страшными историями. Возьмите потому что было уже поздно, и все хотели спать. Я проснулся от страшного звука, который шел снаружи. Ну, все скины возьмите. Я не успел, наверное. Какая-то девочка напевает детскую считалку. Я взглянул на часы и присвистнул. Было 3 часа утра. Почему мои друзья Блин, до сих пор не спят? Раздражение я выглянул из палатки и увидел, что все смотрят из своих палаток, включая девчонок. А считалка продолжала звучать из леса неподалеку от нас. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Я почувствовал, как у меня по спине побежали мурашки. Что, черт я, возьми? Прикиньте, что я успел надеть... Я успел надеть, пацаны, полиция с кино, все. Я тоже успел. А, гов подлый. Слушаемся батю. Вот если бы не батя, то бы мы... То бы я не сделал 4 кило. Что за батя? Мы заторопились домой, это я. Потому что в этом лесу действительно происходило что-то странное. Так, мы выбежали что на тропинку, один раз я когда играл с Сарми, я сделал очень много килов. Да, и я его теперь называю батей. Целых 12 килов он сделал. Да, ну если бы тот крыса просто не зажимал с петуха. Да, тогда бы был вообще топ-1. Ну, мы считаем, а, подожди, что-то... так он почти топ-1 взял? Да, он именно. Мы 2 кило сделали с Арни, а он все 12. Зашибись, у меня, конечно, оружие. У меня норм оружие, что такое? У меня тоже. Только нет, у меня... Не, у меня скар вообще, что-то нормально. У меня скар, помпа. Чё? Я синяя эмка. Кстати, синяя эмка, мне кажется, лучше, чем этот скар фиолетовый. Не-не-не. Потому что у него... У нее скорострельность и урон такой же почти. Только различие в том, что они один МК синий, а он и Бука на тебя челик. Опять 3 челика выглядят. Офигенно. Обожаю это все. А, да? Да, конечно. Да. Да. Что они там? Да, ё-моё. Там класса скинов один нет. Но там есть, который задонатил. Ну, этот, который без скина, он... Давай, зажимай! Короче... Зашибись. Блин, попалось хорошее оружие. Говно. Я не понимаю. Я челиком нанес 7 по 100, они не сдохли. Один вообще был белый. Иди нас к дому. Мы бежали уже полчаса, когда одна из девчонок сказала. Ребята, я не могу понять, где мы. Вы понимаете? Оказалось, что никто из нас не знал. Каждый был уверен, что другие точно знают дорогу. Телефоны, как назло, тоже не работали. Мы заблудились в лесу, Wi-Fi, bro. Которые знали, как свои 5 пальцев, и на тропинке, по которой шли днем раньше. Мы совершенно растерялись и начали спорить, в какую сторону идти, когда кто-то из ребят сказал, смотрите, там еще один крест. Да. И точно на дереве был еще один свежевырезанный крест. Мы заорали и помчали со всех ног, не разбирая команда дороги. Кефир. Мы были в полном ужасе. Полиция скидов пошла. Спустя немного времени нам удалось успокоиться, и мы начали размышлять, в каком направлении находится город. Наугад мы определили север и пошли в том направлении. Мы шли, шли и шли, а лес все не заканчивался. Девчонки начали плакать, да и парни были на грани. Нам нужно было вернуться к Тридже, подумать, много передохнуть, потому что очень устали. Ребята! Нет, ну что с... Ребята, идите сюда! Мы подошли, и нас мороз продрал по коже. Перед нами были остатки чего-то костра, очевидно, совсем свежего. Джозеф, мы Мы больше не пытались успокоиться, а просто мчались, сломя голову, и на ходу обменивались короткими фразами. Внезапно, когда уже... Голдок, выруби! Почему? Тебе сильно это мешает? Все мешают. Я не слышу за твою игру. Окей. Ну сейчас-то тебе зачем это слышать? Мы пока еще даже в автобусе сидим. А, Голден, я думаю, это обычный челик, а это, короче, ты танцуешь. Я потом смотрю на них. Ник, он полярный. Я вчера с полярного начал 8 килов делать. Ну я тоже 4. Полярный...
Я 4. Я люблю полярный, потому что я один раз там вообще очень много кило взял. Все докажут, что я сделал 4 кило. Да, да. Я, кстати, делал когда-то, ну, да, когда начало сезона было где-то. Ну, вы говорите о полярном пике, а я на полярном пик никогда не прилетал. Я на брошке обычно лечу, а полярный пик не знаю, с чем можно сравнить. Бать, ну там типа, ну там челики просто. Это мой дом. Да, я знаю. Это мой дом, понимаешь, да? Да, я только помпу забрал все. Ну вот, целую помпу ты мне забрал. Чего? Просто чувак, ничего не было, Исури. Ты шумишь с 8 часов, ты мне спать не дал. Я в 4 часа уснул. Я не шумлю. Да как ты не шумишь, бля, как шумишь? Это ты не слышишь, а я тебя слышу. Голден этот отключил микро. Саша. Саша. Ты серьезно, опять ты все на меня, ты ё-моё. Везет. Эй, дай помпу, нет, стой. А, это М-ка. Бука, да, беги. Училика, Бать, теперь нравится тебе пик, да? Я понимаю, что тебя целый отряд идёт. Я тебе училик, и там, короче, они все без кида. А можешь ты кто-нибудь полечить? Да. Саш, лечи. А вы всех убили? Саша, нет, можешь купить из него? Голден тут его. Да блин! Он хиляет своего! Саша, быстрее! Я ему сотку дал. Все, давайте. Давай меня хиляй первый. Хили вас сначала, хили вас сначала. А подожди, нет, Саша, не уходи. А то так тебе велят. Хиляй меня, да. Вот самое главное, помпу забрали и все. Теперь хилите, мне тоже помпа нужна. Пока я помпу не забирал, мне добавили. Ну я не про тебя же говорю. Там а еще сбоку, Саша, вот там еще сбегай, около там, где разных градов. Я заберу, я заберу, заберу, заберу. Кому на костер надо? Мне. Хотя нет, мне не надо. Кому на костер надо? Знаешь, это так странно звучало. Идите ко мне. Саша, у тебя есть аппликация? Да, дай маме. Есть? Пацаны к нам летят. Пока я аптечку не захиляю, я ни с кем бороться не буду. Все, теперь я тебе не захилю. А мне, знаете, что надо? Мне ничего не надо. Мне помпу. Мне надо... Иван, стой! Стой! Стой, Иван! Иван, стой! О, спасибо. А, нам, пацаны, нам в зону, а дельтиков ни у кого, так понимаю, нет. Не-а. Мы можем побыстрее, у меня есть эти морозки. Сейчас можно... Не-не-не! Во, пацаны, найдите снеговиков! Мы поставим этот пол и снеговика, и на него упадем вниз. Снеговиков ты ищите! Ты дебил? Нет. Мы накоцаемся. Джампэд, пацаны, просто ABC! Ди-ди-ди! Дай мне джампик! Да здесь, дай я сундук сделаю там. Пойдем. Погнали, пацаны, быстро. У нас зона идет, а время у нас очень мало, чтобы улететь. Так что, ну, я трачу пацаны, ради вас смотрите, сервис. Пацаны, идите сюда. Вот, смотрите. Я уже не могу идти, я уже строюсь. Пацаны, вот этот, Саша, иди ко мне. Вот смотри. Вот смотришь, да? Ой, подожди. Тоня не там поставил. Вот, Саша, смотри, да. Вы где? Что? Я сейчас... Вот, Саша, смотри. Чекай. Сейчас. Зона идет. Смотри. Как тебе такое? А, я это знаю. Как тебе, Саша?
такое представление. Да зона идет быстрее. Рон, давай. Ну ладно, все, Кирилла уже не ждем. Пацаны, спасибо. Не за что. О, синяя помпа, ура! Бать, ты за кем смотришь? А, ну не за мной. Пацаны ХГ, пацаны на ХГ, пацаны на ХГ, пацаны на ХГ. На зеленое ХГ. Пацаны, спасибо, что меня спасли. Не за что. Не я надо мог тебе дать эти импульсы, чтобы ты долетел до сюда. Полиция скинов работает. Что? Бука, наблюдай за мной. Он за мной сейчас наблюдает. А теперь нет. Пацаны, я на ХГ, где кто? Быстро добегаем. Я на ХГ вас жду. Быстро добегаем. Пацаны, я на ХГ жду. Ай! О, тут синий тактик. Ну, я его не беру. Баба, мама сегодня придет? Да не, поспусил. Нет, она умерла. Ты что, охуел? Пехотка. Так. Кому нужно задание про костерка? Про костеров? Не мне. Я все выполнил. Да тоже не мне. Кто-нибудь хотите сесть в тележку? Ну да у меня шарики. Сядь. Стоп! Надуйте шарики и сядьте. Дай шарик. О, что это такое? Надуйте шарик и сядьте ко мне быстренько. Я. Откуда у меня шарик? Дай шарик. Ну он. Ты. Едем. Давай, ну еще больше надуй. Где? Где тележка? Чё это сейчас было? Почему Иван не сдох? Это было угарно. Блин. Давайте садитесь кто-нибудь и надуйте два шарика, не один. Я лечу. Давайте потом в творческий. Давайте. Садитесь. А два. Мы потом слушать друг друга не будем. Не-не-не, погнали. Тусовка. Тусовка. Вот тогда где-то. А посраться что, можно, погнали, когда погнали, на тебя так будет? Ёп! Ты Кирилл, чертов! Тише, Андрей. Дэма говорит. Ай-яй-яй. Чё, Иван, полетал, да? Я с тобой больше не полечу, иди в жопу. Чё, как тебе, Иван, полет? Звезды. Ну, полет нормальный. 5 минут полет нормальный. А где челики? Гук челиком, а то скучно. Не, у меня шариков нету. У тебя есть тележка? Конечно, есть. Я не... Фиолетовый. Прикинь, у меня тоже скар. Ну, прикинь, у меня тоже скар. Глушителем. У меня без. Давайте потом в бои на мечах. Нет. Творческий. Творческий. А после творческого? Вот и мечай. Вот ряд. Ты. Нюху, это где-то. Я... Зачем вы так говорите? Зачем? А то вы разошли... Вы сейчас... Ты так... Вы сейчас посмотри, разозлите челики, батю. Бурашить. Вы сейчас Букатю разозлите, и он сейчас как дунет. Букать, ну давай, начинай. Не-не-не.
Херня. Да ты просто без наушников, ты без души. Что? Я сейчас приду к своему другу Монстр Биту. Он очень смешной. Я, короче, к нему сейчас приду. Ну, после этого надо играть вообще. Я тебя потом приглашу, короче. Если ты хочешь. Да. И потом Кирилла приглашу. А Супер Саша? Пошел. Так. Ну, обидненько. Что, надо? Блин, шарик! Я хорошо. Чё, кстати, Иван, golden, давай потанцуем. Голден. Да. Саша, давай. Короче, да. Если кто-то из своих тиммейтов умрет, танцуй перед ними вот это, да. Ложки. Я вот это буду танцевать. Не, вообще самый позорный танец, вот. Блин, откуда? От верблюда. Пацаны, пойдем тряшить. Скучно. Пойдем. Да, мы челиков хотя бы нашли. Я штучку нашел. Кирилл, а почему ты не можешь аутентификацию включить? Не знаю. Я пароль. Я пароль не помню своей аутентификации. Пойдем ты в торговую. Так еще раз попробую, не знаю. Пацаны, а топ-11? Топ-11. Ай, дебил. Ты неправильно используешь, Саш. Вот если батя дать на полярном пике, то никто не выживет, я тебе обещаю. Там челики строились. Да ты что, дебил на таких билдфайтеров идти? Короче, пацаны, он меня приглашает, так что все, пока. Пока. Сорян, пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Вот тут ниндзя с квест этот, соло с квады играет. У меня только РС. Пацаны, давайте на челиков пойдем, потому что мне потом уходить и тут такое. Ой, блядь! Это что ж такое, блядь? Ёбаный блядь! Ну что нафиг, погнали! Сломаем! Мышцы сломаем! Да ты дебил! Я на челика! Ты дебил! Кто под меня кинул? Вы дауны! Я челика выцелил, и вы зачем-то сделали... Дауны. Я ничего не делал. Я ничего не делал. Очень мало хп. Я одного ранил. Пацаны, спасайте. Мы выезжаем. У меня 13 хп, братаны. Пацаны, бегу. What the fuck, bro? На мне челик. Я одного ранил. Как Нигу шоколадку. 13.00. Вниз иди, там челика хиляют. Типа, ну. Супер Саша, он умрет. Он умрет. Он дебил. Hello, motherfucker. Да. Смотри, что сейчас будет, Саша. Раз. Два. Три. Так когда ты сдохнешь? Все, давай за ним уже не следить. Мне скучно. Пока, пацаны, я к Букате пошел. Пока. У него лобби открытое, заходите. Быстрее, Кирилл, заходи к нему. Я мега звезда, ту-та-ту, звезда. Подожди, звезда. А, Снежинка, этот, в каком сезоне давали? Парашют. Бать, ну не надо, я не хочу на бой на мечах. Почему там бомбовые оружия такие? Да блин, а там меч. Ну что, мы тоже меч найдем. Его изи убить, если что, на шариках. Угу, на шариках. А если нет шариков? Они все время... Да.
Блин, я хочу светлячка, он вообще топовый. Кого хочешь? Светлячок. А. Я подарил, если бы у меня баксы были. Ты же говорил, батя. Букати младший. Чё? Ты говорил, то, что типа это. То, что мы в творчески пойдем. Ну, сейчас играем и в творог пойдем. Хочешь в монстр? В творчик. Монстр. Хабиб. Хабиб. Кто знаешь, Хабиб? Ну, монстр. Он Хабиб? Так мы летим в Братске или нет? Нет. Понятно. Летим в Волк. Давайте, короче. А где Хабиб? Он тут-то. Там он не разговаривает. Почему? Да, всё. Ты тут? Я тут. Ты можешь не кричать? Я не кричу. Это я про этого Golden Boy. Я говорю, я не кричу! А ты сейчас точно не кричишь? Я сейчас не кричу. Ты кричишь. Ты орёшь. Минус один челик. Понятно, минус и я. Футболист, чертов. Конечно, ВХ-шка выпала, а ему Скар выпал. Говнюк. Я в микрофон просто говорю, может, и громко, и все. Ты можешь не орать? Я не ору. Я в микро говорю. А может, не... О, тут меч, тут меч! Вырвал. Берите давай. Меч. Меч берите. Убери меч, сейчас мечом рукожопы. Память по тебе. Да, с крыши, с крыши. Господи. Надо пьюсь. Давай. Я держу на пустыре. Вижу. Если садишь. Отойди, может, я построю чуть-чуть. Я вот чуть-чуть вижу. Чуть-чуть маленькую. Меч забирают. Сейчас заберут. Ну, я говорю, забирайте меч. Не хотим его сейчас забирать. Я не умею с ним играть. Это вот донат. В соседнем доме. Да, я видел. Память со всех сторон. Ну что, мы ближе всех к мечу. А, сверху спальня, наверху. Чего? Найс. Не ставил себе. Круто. Бывает. Ну так что, пойдем в творческий или как? Творческий-то пойдем? А что? Давай я в творческий пойду. Мы в творческий. Я в творческий хочу. Угу. Давай. Говори. Монстр. Монстр.
Монстр байт. А что там есть творческом? Много оружия. Билд файт. Нормально, мне прокачиваться надо. Прокачивайся. Да, мне тоже. Так я умею микро. Мне осталось только боеприпасы открыть, грузы. Покажите, что вам сегодня попалось за наш сегодняшний. Ну и сейчас можно. Если поможешь, то можно попробовать. Мне попался вот такой слайм. О, какой он блестящий. За мной, Паш, пойдем. Пойдемте за мной. Чего? Погнали за мной, короче. Нет, за мной. Ничего не делать. А сейчас я быстро запущу. Заходите. Все. Все зашли? Значит, начинаем игру. В дырки залетаем, как бы странно это ни звучало. И открываем сундуки. Эй, ты чё стреляешь? Сейчас за мной погнали все. Вот, видишь меня? И ты меня видишь? За мной. Все, за мной. Вот на эту площадку. Вот на эту. Ну, никакая, но просто чтобы все были. Все нажимаем на хилки вот эти. Куда стрелять? Ты дебил! Да хватит! И что? По одному, нет? А чё, вы в команде, что ли, работаете? Я тоже типа ХГ. А, это ты сверху сидишь, а я думаю, кто там сидит. Да ломать нельзя! Тут если ты сломаешь, то урон от падения есть. А я тебя просил. Прошу, точнее. Знаешь? Да. Вы что, сломали? Понравилось тебе ХГ? Я тоже упал. Я единственный, что ли, остался? А нет, уже не остался. Я уже спускаюсь, чтобы никто не сломал.
Вот. У всех одно и то же оружие, не бойся. Да вы что, за тему? Один ты остался, да? Почему сразу ручка, а не карандаш, например? Я в жопе мира. Да, очень сильно. Не передавай мои ощущения, да? Да. Ты как бабушка. Где ты злишь, кого от смешной? Он у тебя... Смешно. Ой-ё! Ты чё нафиг? А четыре. О! Где джампик? Я сейчас на джампик попытаюсь приземлиться. О май гад! Я выжил! Это у нас какашка Тим.
А почему шланг? Чё я-то инкогнито? Это он всё инкогнито. Да. Да, что? А чё сразу бан? Почему не кик? Почему не кик? Если кик, то это не кик, а банан это банан. Это банан. Илан. Да блин, строиться невозможно. Почем? Бля, ебаный в рот, застрял. Ой, не соскучил. Не спай, блядь. Сука, нахуй. Блядь, столько лез я наверх, ты нахуй меня скинул. Я на джампик. Да мне похуй. Блять, промазал. Посади мой шланг. Блять, ебаный свет. Сколько у кого киллов? Э, чё 9? У меня 7. Ну так-то у меня 7. У меня 7. Да у тебя 6! Ты врёшь! Ну и 8, ладно. Я просто не понимаю, откуда ты спамишь. Жора. Упсик. Я упал! Но я выжил. Я упал и не выжил. Давайте уже на другую площадку, тут места нету. Могу. Короче, идем на новосельник. Почему на твой? На мой? На мой. На твой так на твой. На твой так на твой, погнали. Я на твоем. Мой. На Букате младший. Да, я тут. Подожди, я не зашел еще. А, окей. Ну, музыка была хорошая. Ну ладно. Ой. Да, блин. Ё-моё. Да чем тебе... Играть, 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 хочу я играть.
Скар, это и это. Да я еще эту расстановку не поменял, да ты даун! Давно собачье. Йо, почему я не могу отстроить себе нормальное ХГ и там сидеть? Из-за того, что я зачем-то начал по нему шмалять, я пропустил. Я пока перезаряжусь. Все, он уже на ХГ, а я пока перезарядился в пушке. Отлично. Блять, я столько лез, ты нахуй меня скинул? Ну какая нахуй разница? Ну он лол! Ну ё-моё, ну он лол! Этот монстр байт! Он вообще лоловый! Как знал! Ты чего стреляешь? Он нас накоцал? Ой! Ё, чё на меня все сразу-то? Большая. Самая большая. Да, конечно. Я тоже. Нет. Папа Карло, пицца. Как? Давай, монстр бай, давай, ты сможешь. Я верю в тебя. Ну все. Да у меня тоже бомбит, я не знаю. Я дергаю прицелом настолько сильно, то что я промахиваюсь, когда челик стоит. Насколько у меня нервы уже отпошли. Нихуя ты строитель. А заснул? Да я похуй. Приебался нахуй. Йо. Чего? Чи, да? Нет, не чи, а чего? У него 90 хп. У меня?
У него! Как ты этого не... Ой. У него 20 уже осталось. Он у меня. Йо! Еще на меня все? Все. Один хп, ты серьезно? Рил. А, я не заметил тебя. Ёп. Именно. Как и ты, впрочем. А он еще белее. Захотелось. Ему захотелось. Да мне уже мстят кто-то. А этот принц на белом коне. Сколько у кого киллов? Врёшь. Ой-ё. Опор! Да не по мне, мы с тобой, братаны! У меня 2 хп, и у меня 7 киллов. У меня 2 хп. 2 хп. Ааа, я думал там построй! Да что? Я думал там... Ну там постройка нет, нет ее. Накоцал, дик! Накоцал. Убежал прямо? Да, убежал. Увидел, да, и съебался сразу. Прям тебя целился и нахуй съебался. Мы все в коробочке, кроме него. А, этот уже сбежал, что ли? Чего? Чего? Стоите. Да, блядь, я ебал. Хуйня застрял. Тихо, блядь. Не попадаю в упор, господи! Бывает. Чего? Разочарование. Сделал кило и выпал. А где, куда этот ушел?
понял, где он. Он чересчур смешной. Ты. А, да? То есть, понятно. Да. Сука, нахуй. Лоу хп, инкогнито, долбаный. Инкогнито. Ё-моё! У меня маленькая. Маленькая? Очень. Как это не могу? Не, серьезно. Больно. У меня 12. Не получилось. Посрать! Сколько у кого килов? 11. Его уже нет. Минус ебальник, короче, да? Да, именно. А у меня еще один. Ю! Ма! Ю! Да что за хрень? Никто не убьет! Он такой пробует все, не может убить с дробовика. Такой с дробовика стреляет, не получается. Пробует с дигла, не получается. Спамит, с автомата не получается. С автомата я типа чуть-чуть жизнь снял. Да. Ты про не тут не снял. Ты просто... Даже? Подождите, я тут вроде что-нибудь покупаюсь, не покупаюсь. Я мальчика найду, я тебе пизду дам. Не, нормально, поспел. А почему мобиль? Спрашивает повар. Иди нахуй. Больше не спрашивай.
что поиграешь? А ты есть Джон Уик? Нет, я не что ли? Почему ты же говорил, у тебя что, бухой что ли? Ой. Не прав что ли? Наверное. Ну сегодня... Oh, да. А, да, вот так вот. Сколько у кого киллов? Я к сантехнику. Тут там 90. Блять, вы там что ли? Я ебаный в рот. Их контакт пух. Не, мы не настолько дебилы. Камер тупой. Ну, блядь, я на ХГ, нахуй мне еще делать. Я бы тебя достал, если б не батя этот. А, тогда я его сейчас убью. А, ты уже не на ХГ, да? Я буду все ломать, короче. А я буду строить. Ломать не строить. Я хотел все ломать. Так я тоже сейчас... Ну я тебе... Я ломаю пока постройки все. Что еще? А, вот это надо крепление сломать. Блять, я когда нажимаю, сука, R2, блять, он не стреляет. Я когда убираю палец, он стреляет. Я когда L2 нажимаю, он стреляет. Ёбаный в рот. Да, от меня тоже отстаньте, я вот ломаю. Не ломай мою подшипку! А, вот эта штука на чем держится, я думаю. На моем хуе. Залупа! Я не ебу. Да на чем она держится? Да сука, бля! О, все пошло. Ванизмой что-то валяется. Ванизмой? Ой, у меня FPS 5 сейчас. Что? Что? Сколько? Файт, блядь. Катки. И какое? Какое? Петух. Какой? РПГ добавь. Не. На кого 36 киллов? У меня. У меня... Нет, у тебя 6 вообще. А у меня 17. У меня 17. Ну 16. У меня 17. Не-не-не, удалите. Что? Что стало? Кто это построил? Ты. Вещи убрать. А вот читишь ты сейчас.
Блять, я же одну штуку взял, нахуй они мне так много нужны. Я с тобой сгораю. Ты серьезно? Как ты его нашел? Кого? Что-то он слишком смешной. О, сундуки можно удалить? Можно удалить? Не надо, нет. Начинай игру! Эти сундуки не нужны, удалить их надо. Слишком дохуя их. Разнообразие. А можно тебя удалить? Удаляется. Ты слышала мой голос? Не надо. Да. Подождите, блядь, пока оружие возьмите и сразу не стреляйте, блядь, а то я оружие возьму на то. О май. Что? И вот и все? Стой. Подождите, да стой! Я раскладку не поменял, блядь. Теперь поменял. А я нет. Он такой, а я нет. Подожди. Стой нахуй, не стреляй. Блядь, я же сказал, не стреляй. Сказал же нахуй, не стреляй. Я сказал, не стреляй, блядь. Сука, нахуй. Ты повезло так. Ага. Сам признался. Что? Что? Нет, не я. Чего? Как? И он сразу замолчал. Это не я, это не я. О! О, ноускопик! Я ему ноускопик дал, как и ты. Ёбаный свет, я ебу там уебала нахуй. Такая же реакция, понимаешь? Я знал, ебаный урод. Что, ты обосрёшься? Нет, что ты упадёшь. А, да? Я тоже это знал. Чего я не попал? Я ноускопом попал, а я просто обычным с прицелом я не попал. Давай, давай, пушу его, помогай мне. Это кто? Что? Кто там нахуй? Что это? А он все равно играть не будет, только следить. Мамочка. Конничуа. Кончай! О майла, сын даю, ну не, уё, ой, нау, джиггернаут, ха, ха, да, я не попал, обалдеть. Мусиндию, ну не. Стоп!
петуха только и умеет зажимать. Не, ну понятно. Лупать его, ебало. Я тут знаю, что да. Да. А что? У тебя что-то тебе не то, да? Что? Спокойно берем вот так. Оп. И убиваем. Редактирование на что у вас стоит? На карту. Секунду. На карту. На нолик, короче, сжать. На карту умею редактировать. Умею на карту редактировать. Ну, я не в песке, и я в творческом себе. Ну, это из-за того, что я каждый день редачу. Много. На карте. Специально. И все. Получил ебало? Да, только не от тебя. Блять, я тоже. Не убивайте меня! Я буду тут сидеть. Долго? Да пошел. Ой-ё. Ты где? Я ушёл оттуда. Через окно, да? Да, съебался нахуй. А! Я посрался. Чё ты так пугаешь-то? Не знаю. А я в коробочке посижу. А я в коробочке сижу и ушами шевелю. Не знаю. Это все в видео показывается. Ой. Это в видео показывается, ты дурак. Откуда? Откуда он стреляет? А, я не понял, откуда он стреляет. Я тоже не понял. А кто тут памятом, блядь? Оу, май! Вот что, там дуэль снайперский? Йо. Я пришел тебя убивать, и ты просто возродился. Говно. Ненавижу. Да, именно. А, да. Видал? Вот видал. Ой! На него смотри, крыса!
сын. Йо! Бывает. Все, я пошел в паблик. Вышел уже. Бля, я прицелился со снайпер. Происходило что-то необычное. Мы решили больше не удивлены, потому еще более потрясенным. Но как вы могли заблудиться? Вы же всего в километре от дома. Наверное, вы бродили кругами. Когда мы вернулись домой, мы все рассказали нашим родителям. Они были удивлены, потому что не могли понять, что за место мы описываем. И в принципе они никогда не слышали, чтобы в лесу происходило что-то необычное. Мы решили больше не удивлены. Ты я ж откроешь. Не, не наслышу. Иди нахуй. Что именно? Да только не бой на мечах, ну вы издеваетесь, Кол. Можно, да, можно со мной, можно. Нет, не нормально. Нет. Ну и Шрек. Да. Вот посмотри. 1 миллион просмотров на видео. Шрек. И. Посмотри это видео, охуенное видео. Как я с него угораю. Тут тихо. Талинка, мама. Слишком тихо. А это значит, да, мама лорда Фортуна. Военная пехота! Короче, блядь, какой-то желтый хрень. Ты дальтоник, он черный. Ты желтый. Я знаю. Жопа, желтая, жопа, желтая, желтая жопа. Смотрите, отметка увиди Украины. Украине. Приземляйтесь. Калаш был мой говнюк. Блять, сука, испугал меня, долбоёб. Ой, господи, я не могу. Не моги. Обосритесь, а не моги. Ё, кто это там? Это вы кидаете, надеюсь? Да. Хорошо. А я пью, и тут взрывается весь дом. Ну, офигенно. Нет, только на дальних расстояниях, а на ближних он как пистолетик.
Да, там люди. Вроде бы. Вроде бы там люди. Тут. А, нет, тут нет людей. Мне тоже золотой. Тут нет людей. Вот, хорошая идея. О май гад! Я тоже шарик хочу. Нет. Ну что? Тут... Зря пошел. Ну, на батю точно зря пошел. У меня такая же штука была, понимаешь, бро? Я это тоже перетерпел все. Алло, кто здесь остался живой? А, он по микро разговаривает. Ну ладно, я тоже тогда. Тусовку. А, или я уже в тусовке? Нет, мы не в тусовке, мы будем по игре разговаривать, короче. Да, мы будем по игре разговаривать. Папа звонит. Сейчас, пацаны, стоп. Рил, в сельтах никого нету. Вот и шо, думаю. Там был где-то один склад, может. Нормально. Не знаю. Потому что тельты были далеко, поэтому тут никого нету. Не, обычно в тельтах вообще, если далеко они, то они вообще все челики выпадают. О! Стреляет кто-то. Поздравляю. Это ты? Охуенный сок был, да. О, Барька! Обожаю Барьку. Еще золотая была бы. Алло, да, пацаны, я тут. Пацаны, джампик нужен обязательно. У меня он есть, кстати. Ну, джампик, потому что можно сбежать, да, от мяча вроде бы? Или как? Нет, тут нужны шарики, чтобы кушать. Ну, шариков у меня нет. У тебя есть шарики? Нет. Не дай. У меня есть. Можешь поделиться хотя бы двумя? Ну, пожалуйста. Я буду их использовать, когда я увижу меч. Но я сейчас использую, потому что я хочу их использовать. Ну, один хотя бы дай. Скинь нам всем. Ну, кроме вот этого желтого, окей? Окей. Скидывай. Окей, сейчас подожди, я буду... Подожди ты меня. Желтые штучки. А ты оскорбил его. Который желтый. Который желтый. А что он ему сказал? Хуй соси, да? Всё, я... Вот тут, короче, скинул. Ну тут, короче, монстр. Миники... А, никому не нужны. Я миники оставлю себе. О, да, один шарик. Охуеть, я богатый. Ищи меч. Хуй ты его найдешь. А я уже его нашел. Блять. Пойдем забирать? Да, не, он уже улетел. Очкошник, блядь. Нас увидел, очканул. Еще челиков вижу. Подожди, да, блядь, челики. Они меня уже увидели. Прячься. Они уже по мне стреляют. Прячься. Так, прячься, если здесь нету места, где прячься. Вот они на пути. Прячься. Квадратик спрячься. 58, 53 дал.
Спать, я пьюсь. Спамьте, спамьте, я со снайпы. Я со снайпы буду, а вы спамьте. А где о, они? Чего? Ой, ё. Я лоха подтянул. Я челику 25 дал. Да чё ты лол, у тебя всё норм. Всё да, у тебя норм, всё. Они раз в баре, ебало сняли. Бляха, муха, я упал. А, пацаны, вот у меня уже всё очень плохо. На минике есть, не слышишь. Вот сейчас у меня... По мне РПГ идёт, по мне РПГ. Я спалил. Где эти ебальники? На воде. Я один слепой. Один белый, оказывается. Да. А зелёного цвета. А, одному 53 дал. Жёлтых дал. Золотых, точнее. Они все белые. Так как и мы. Один ранен. Вырубил. Блять, я только с Барри прицелился. Че. Давай, Раш, там один вырубим. Вырублю. Да, я здесь ебашу. А, еще одного вырубил. Случайно при этом. Все, пацаны. Изи. Там есть скарб без глушителя. Все, 4 кило, пацаны, все, отлично. А дайте мне скарб, блядь, без глушителя. Золотой. Желательно золотой. Пацаны, мне срочно. Вот он! Вот он, скарб без глушителя. Кто со мной, кто со мной? Кто со мной едет? Я. Мне нужны патроны. Или... Мне патроны нужны на вот эту вот штуку. Быстро, на скар. Быстрее, ну да мне. Ну мне скар на патроны. Быстрее едь! Я потом тебя там, но я же говорю потом, потому что зон идет. Сари! Сари, пацаны, сори. Едь быстрее. Я еду как могу. Только не нас хамай на пар... зона. Зона на не надо. На шариках мы успеем. Ну у меня шариков уже нет. У меня джампик а у меня есть. Ну, желтый подыхает, а мы... Ну, сори, желтый. А, кто-нибудь дайте бетон... этот... Миники. Нет, не миники, а ракеты. Ты мне взамен на скар патроны, окей? Ну, не, у меня нет. У меня есть. Но мне нужны просто есть. Патроны на скар. Срочно. У меня 4 ракеты есть, я дам. У меня нет ракет. Эй, далеко не уезжайте, вдруг по мне спамят начнут. Да не, ну а нам по-другому никак не доехать до зоны, понимаешь? Ну, я как бы тоже успеваю, но всякие бывает. Всякие бывает. Ты уже помираешь. Всякий. Мы на меч идем, ты это, ты чё? Мы в зону идем. И рядом тут же меч. У меня шариков нет уже. Где меч? Ну не меч, а челик с мечом. А, ну это уже другое дело. Желтый, короче, обосрался. Опа, я слышу меч. Все, давай, я шарик есть. Мне нет. Ну, а патрон на скар, ты как собираешься, как я его буду убивать? На три. На ракетицу у него проси. У меня нету ракет. Поцик с мечом. А, соло гоняет, кажется. А, ну этот ладно, с ним уже все. Он уже того. Вы идете его? Мы уже кушать идете его? Сори, бро. А где он? Вот патрон на ракетницу. Кому нужны были? Ему. Мне. Заберите, кому нужны. Челик, вон с я мечом. Смотрю. На 78 в доме. Да, а вижу. Вон на горе. Да. Вижу, он нет, он... Нет, ну, на доме он... был пацан. Да, он уже был там. Нам нужно этот меч отжать у него. Главное не встретить 4 челиков, и у них будут либо мечи, либо они будут по нам спамить, а другой один с мечом. Тогда нам точно нехорошечно. Блять, я меч на мушке держал, сука. Я вижу его. В город не идите. Там два меча, там пацаны, там два меча, надо идти кушать. Я не попал! Я что? Стреляю, я попадаю, они вообще там... Минус 30 дал мечу. Минус 60, минус 90. РПГ! Пацаны, на мне челик! Ну я, наверное, справлюсь с ним. Или должен хотя бы справиться.
стройся, 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 я понимаю. Пацаны, у меня меч! Ракетница на меня напала. Я минус. Мне меч, говорю. А этот пидорас не меч, это шарик снял. На мече. Они по шарикам стреляют, понимаешь, да? Да. Уходи. Да, я слишком дохуя. Ракеты. Бля, не перезаряжена. Так уж какой на момент был. Убил нахуй. Прикинь, сейчас топ-1 возьмет. Будет охуенно. В следующей катке пойдем просто в катку. А почему? Я больше не хочу в это играть. Охуенная же катка. Самая моя любимая пока. Серьезно? У тебя но... А, ну ладно. Нет, не и потасовку тоже интересно играть. Потому что там можно. Да не потасовку, а хотя бы. А хотя бы не знаю, да, что понял. В боятре. Понял. А, бро, да, против тебя 4 мяча. Три. Серьезно? Три. Один без мяча. Он мог взять топ-1, если бы не мячи. Но он не возьмет, это 100%. У него ХП просто нет. Вот это ваша площадка? Да. Еще какая? Вот так. А, вот. Да. Это наша площадка. А, к тебе прилетят. За тобой прилетели. С правой стороны. Найс, я понимаю про... Найс. Топ-2. Я больше не буду в мячи играть. Все, выключать, я не хочу это в этой игре, да серьезно. Подожди. Включи обычный боепорядок. Там же кому-то задание надо было выполнить. Открыть что-то там. Мне не надо. Давайте в обычные отряды пойдем. Да в обычные пойдем. Мне еще завтра целый день. Вот завтра я буду выполнять. Не заполнить нажмите. Не заполнить. Ну ладно. Блять, сейчас. Втроем легче будет. Думаешь? Конечно. Я с американцами, знаете, как разговаривал? Забиваю в Google переводчик, то, что мне нужно, и там же голосовое есть управление. И включаю микрофон. И они, блядь, понимают, о, окей, окей. И хуярят. Блин, кто-нибудь купите, у кого есть этот вот... Штучка, короче. Аутификация. Штучка-дрючка. Пожалуйста. Я хочу орден сеньор помидор. Какой орден? Ты же не покупаешь по ВЕ. А мне нету. У меня денег. У меня денег, а как бы... У меня, я в Евросоюзе, а там рубли. Я не знаю, как поменять. Так вот. Тяжело. Тяжелая жизнь. Тяжелая. Угу. Не доначить, больно. Я сейчас грущу. Аккаунт тебе не проще купить? А тебе аккаунт не вообще тебе не нужно? Ну и он не хочет аккаунт купить, не знаю что ли. Потом и все. В этот аккаунт войти и играть с скинами.
Почему? Не знаю. Если посчитать, в общем, сколько я на свою консоль деньги потратил. Так. Аккаунт 2 рубля. Чего? Вот это аккаунт 2 рубля. Потом. Как? Mortal Kombat я купил за 1500. 11 сейчас идет. GTA EFC тоже купил за 1500. Ничего, потом PvE купил за 600. Тебе сказали, что все, хватит. Потом еще 300 на скины потратил. Ну, я так, слышал, еще 5 минут не проходило. Тише, ну что мне так? Не волнуйся, а то вот и руки становятся мокрые. Не надо нервничать. Кто-то уже при падении сдох. Давайте вот этот дом. Давайте, вот этот вот большой. Вот а почему белый? Ты орёшь? Да я тебе кричу. Если что, я сейчас ловушку поставлю. Угу. А я в другом доме, но тут никого нету. Я спокойно могу тут полутаться. А мы же не мечи играем, блин. Я думаю, что это пистолет? Блин, я хочу скин. Но мне его никто не дарит. Да если бы не было этой аутентификации, понимаешь? Почему и зачем они это сделали? Я думал, когда появятся подарки, я тебе хоть что-нибудь подарю, серьезно, без этого, без обмана. Но нет, зачем-то они сделали эту чертову аутентификацию. А еще я не помню пароль. О, пиздец. Угу, именно. Ну у меня челики, никто помочь не хочет. Этот монстр подарил бы мне? Я бы тебе подарил то, что ты хочешь, но только максимум за 1500. За 500 понимаешь? Что? Ты, за 1500 я максимум тебе мог подарить. Ну из-за аутентификации, понимаешь, да? Пизда. У меня МП5. И помпа, и все. Даже М-ки нет. М-ка у Риса лежит. Так-то. Где унитаз? Не, я в унитаз не хочу. Ну, не хочу. А по мне челик стреляет. Help me, help me. Help me, bro. Окей, окей. Оу, алай. Забегает. Идем ко мне, идем ко мне, идем ко мне. Охуеть, тут как забегает, говорю. Оло, я ему дал дробовика. Добей, пожалуйста, я хочу 100 брони. Не понял. Я что-то что такое было? Что? Ты кто? Тома не может патроны на дробовик дать. Нет. На, ну, пожалуйста. На, о, спасибо. У меня 10. Класс. На, миники кому-нибудь нужны? Не, у меня сейчас 100. Сейчас а, все, я не играю. Все, я не играю, я офис. Что? Что? Я выхожу из игры, я не играю больше. Почему? Почему? Потому что родители пришли. Сквады. Ну а давай нам лут. Хороший был парень. Одновременно, бро. Ноги одновременно. Да-да-да. Ну давай, лут, говнюк. Давай. Танцуй, танцуй. Если забегут челики, то будем танцевать как будто. Мне кажется, он не выйдет. Чисто будет стоять по приколу. Ладно, давай посмотрим, но мы и так не взяли. Хороший был парень. А, ну, по скиллу нет, а по смеху, да. Но, ну, скилл у него не хуже, чем у меня. Может и лучше. Но у него смех очень такой. О, он нам дал лут. Я побежал. О, можно мне?
Оставьте чуть-чуть, окей? Да-да-да, я просто хотя бы посмотрю, что у него было. Может, у меня... О, у него... Я только патроны на дробовик возьму. Ну, Скар, забирай себе, у меня вот эта штука. А можно М-ку взять? Значит, отлично. А у меня не 500. Теперь 500. Погнали. Хороший парень был. Ой. Челик, на ХГ 346-350 этот узник, он бежит по снизу, снизу. На зиплайн бежит. На зиплайн? А где? На какой имя? А, понятно, 60. Вижу. Вижу, вижу, вижу. 30. Не он, дать на зиплайн. Не дать сесть на зиплайн. Он белый. Убил. Хорош. А, убил даже? Подожди, не-не-не-не. Я забрал только вот на это патроны, могу даже отдать. А больше я ничего не забирал, нет, серьезно. Все. Ой-ё. Да блин. Ой, теперь нельзя подшучивать, типа обратно ехать. Да, потому что сейчас же вот эта вот штука, она тебя охраняет. Теперь при падении урона нет. Сейчас. Погнали. Ищем челиков или что? Конечно, против складов, что нам еще делать? Не сидеть же. О, фига там. Мама на дереве. Вот что. Ху-ху. Можно я патрон только дробовик, но у меня правда балла. Окей. Поделим ключ. Угу. Мне срочно нужны патроны. Ловушка, трап, I have trap. Веса там чуть-чуть скинешь, да? Угу, конечно. А, тут челики спрыгнули. Все, трое. Чуть-чуть. Трое, три. Выпрыгнул. Хорошо, на, сначала это. Все, у меня больше ничего нет, понимаешь? Не, на самолете. Бегу. Ну если что, у меня есть разлом. Если что, использую разлом, понял? Ой, ёп! Найс, они просто зажали. Не, просто иди пуш. Иди. Посмотри! Как я лечу! Ёп! Иди пушить, тут уже нет смысла играть. Чего? Тебе взрывы. Как? Ну ладно, пока мне надо идти.